На этой пластинке вы услышите речь детей и взрослых, страдающих косноязычием. Сейчас вы услышите дефект произношения звука «р», называемый ротоцизмом. Повторяйте за мной. Рая. Рая. Рак. Рак. Рама. Рама. Рита. Рита. Рига. Рига. А теперь послушайте так называемый пара-ротоцизм. Как вас зовут? Юла. Что нарисовано на этих картинках? Лавать, лука, шар, балабам, шар, пароход. Часто встречается нарушение произношения звука «л», называемый ламбдоцизмом. Повторяйте за мной. Лягушка. Лягушка. Лак. Лак. Лапа. Лапа. Лавка. Лавка. Лапша. Лапша. Лук. Лук. Луч. Луч. Лупа. Лупа. Лужа. Лужа.